Первый Ярославский, во всем первые. Мои коллеги сегодня получили награды на областном конкурсе СМИ «Позиция». Лучшим ведущим в регионе экспертами признаны главный редактор Первого Ярославского Екатерина Капустян, лучшими авторами телепрограмм Иван Уваров с проектом «Женщина в профиль» и Юрий Кораблев с ток-шоу «Лабиринт». Но это еще не все. Ведущие утреннего телерадиошоу «Первая студия» Ксения Рулева, Алексей Торхов и Сергей Воронин стали бронзовыми призерами в своей номинации. А Андрей Иванов получил награду за документальный фильм, посвященный 80-летию Ярославской губернии. О том, как прошла церемония награждения и что сейчас происходит там, где собрались лучшие журналисты области, расскажет мой коллега Иван Уваров. Ну что же, весь свет журналистики 76-го региона собрался в одном месте и в одно время. Сам конкурс «Позиция» в этом году проходит уже в четвертый раз. Около 500 заявок было подано, и около 1000 работ мои коллеги представили на суд жюри. Но свое право доказать быть лучшим изъявили 29 средств массовой информации Ярославской области. Ну и старт финалу конкурса дал глава региона Дмитрий Миронов. Ни для кого не секрет, что конкурсом, инициатором и организатором явилась Управление массовых коммуникаций области. Этот конкурс проводится с 2013 года. На первый конкурс было представлено порядка 130 работ. По 2016 году на соискание премии на этот конкурс было представлено уже 250 работ. Это говорит о том, что конкурс набирает свою популярность. Ну а Первый Ярославский можно по праву назвать лидером по числу и количеству номинаций. Во-первых, это большой политический вечер с Екатериной Капустян. Для регионального телевидения это уникальный продукт. 18 сентября мы в прямом эфире более 2 часов следили за итогами выборов депутатов Госдумы. Также это утреннее телерадиошоу «Первая студия», тоже уникальный проект. Он доказывает, что эфир можно не только смотреть, но и слушать. Программа «Лабиринт» с Юрием Кораблевым и авторский проект «Женщина в профиль». Более 30 известных дам Ярославской области и страны побывали в кресле героини. Ну и документальный фильм Андрея Иванова к 80-летию области. Это то, что так любят и зрители, и сами журналисты. История родного края крупным планом и в деталях рассказана доступным языком. Первый Ярославский – единственный в области телеканал, который находится на собственном программировании. Именно этим объясняется большое количество программ, которые мы делаем для наших зрителей. Ну и, конечно, не принять участие в конкурсе профессионального мастерства «Позиции» для нас было бы неправильно. Находиться сегодня здесь для нас вдвойне приятно, потому что многие уже знают, что накануне Первый Ярославский был избран единственным общедоступным региональным телеканалом. Нас ждет 21-я кнопка, вместе с ней новые перспективы и, конечно, все те программы, которые мы делаем для зрителей, которые сегодня номинированы в конкурсе профессионального мастерства «Позиция», найдут свое применение, найдут своего зрителя уже на 21-й кнопке. Ну что ж, «Позиция» 2016 отгремела, 98 телерадиосюжетов и 95 печатных публикаций было представлено. Впрочем, вот церемония награждения, вечер не заканчивается, потому что сейчас улыбки, поздравления и, конечно же, обмен опытом. Вот такой вот финал «Позиции» 2016. Иван Уваров и Денис Сахаров. День в событиях. Добавлю, Первый Ярославский подготовил телеверсию торжественного награждения журналистов на конкурсе «Позиция». Смотрите проект в субботу в 8 часов вечера или в воскресенье в 11 утра. Не пропустите.